В Брестском социально-педагогическом центре оживленно и шумно. Все потому, что к его воспитанникам приехали в гости сотрудники госавтоинспекции. Цель их визита – благотворительно-профилактическая акция «Чужих детей не бывает», в рамках которой представители ГАИ с детьми провели развивающую викторину, а также рассказали ребятам, насколько важно соблюдать все правила безопасности на дороге. Обсудили, что можно, а что нельзя делать абсолютно всем участникам дорожного движения. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних сотрудниками госавтоинспекции используются разные формы и методы работы с детьми. Дело в том, что с начала текущего года на территории Брестской области уже зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых двое погибли и 53 ребенка получили травмы различной степени тяжести. Мы посещаем различные учреждения образования и напоминаем детям, как правильно, как безопасно себя вести на дороге. Сейчас у нас 15 детей, в основном это мальчики, мальчики активные, шустрые, обучаются в школах города. И для профилактики дорожно-транспортного травматизма мы обязательно проводим совместно с сотрудниками ГАИ вот такие вот практические занятия с детьми по обучению их основам жизнедеятельности и по основам безопасности. Особенно приятной частью встречи стал подарок для воспитанников социально-педагогического центра. Это тематический ковер. Он специально разработан сотрудниками управления ГАИ и МЧС. Изображения на нем дублируют жизнь города, включая всевозможные элементы дорожного движения. Детям будет интересно и вместе с тем весело в ходе игры изучать и повторить все правила. Управление внутренних дел Брестского облсполкома было закуплено 9 таких тематических ковров. Сегодня мы подарили первый. Впоследствии в течение новогодних и рождественских праздников планируется также посещение различных социально-педагогических центров области, где мы безвозмездно передадим центрам данные тематические ковры для практической отработки знаний и навыков с детьми. Брестский социально-педагогический центр сегодня является домом для 15 ребят, попавших в непростую жизненную ситуацию. Обучаются ребята в разных школах города, а домашний досуг, общение и общее развитие в социально-педагогическом центре. И несмотря на все сложности, эти ребята очень позитивные, открытые, а еще эрудированные. Они сами доказали это во время общения с сотрудниками госавтоинспекции. Надо соблюдать правила дорожных движений. Фликер, он самый главный, но если тебе подъезжает машина, надо фликер поднимать. Если фликер, он святой. Если милиция за тобой едет, надо поднять, и она узнает, что это человек обычный. Мне кажется, что для того, чтобы соблюдать дорожного движения на велике, надо светоотражатели на велике обязательно и фликер. Детям надо говорить, потому что... Потому что, чтобы они с самого начала знали, потому что могут, если они не будут знать ничего, они вот с родителями, вот я расскажу пример, они пойдут с родителями гулять, они могут выбежать на дорогу, не знав правил дорожного движения. Их может быть машина. Акция «Чужих детей не бывает» продлится, и уже до Нового года еще больше ребят получат свои полезные подарки.